Свастику изобразили вандалы на стене автобусного павильона в Елизаве. Сомнительный арт-объект появился на остановке Дом инвалидов. О возмутительном рисунке в своем телеграм-канале сообщил глава района Сергей Тюлькин. Он отметил, чтобы такое изобразить, нужно время. Следовательно, прохожие могли стать свидетелями акта вандализма, но о нем стало известно уже, когда нарушители закончили свою работу. Кроме свастики, хулиганы краской из баллончика написали лозунг, который используют националисты. Напомним, свидетели незаконных действий могут сообщить о происходящем правоохранителям. Для этого нужно позвонить по номеру 112 или 102.